Голосование в районах республики продолжается. Например, в Ленском районе явка избирателей превысила 51%. Это 17 830 человек. Из Ленска передают коллеги. Основная часть жителей Ленского района на данный момент уже проголосовала. Такая высокая явка не наблюдалась давно. Ленчане отмечают, что это важный для всей России день. Ну да, конечно, мы выбираем, как говорится, дальнейшую свою жизнь. И поэтому каждый должен сделать свой выбор, как говорится, как жить дальше, как существовать в этой стране, кому не безразлична судьба России. И поэтому я всех призываю обязательно ходить на выборы, потому что это наша дальнейшая жизнь. На 36 избирательных участках работает 279 членов комиссии. Также на каждом участке присутствуют представители полиции и по 2 общественных наблюдателя, которые призваны выявлять нарушения. С 8 утра сейчас присутствую здесь. Явка избирателей очень высокая. Много народу пришло, откликаются, как бы голосуют. Считаю, что неплохо организовано. Замечаний, нарушений у комиссии никаких мы не выявили. Высокой явке способствует и хорошая погода. Сейчас в Ленске минус 13. Светит яркое солнце. Во всем городе царит праздничная атмосфера. Ленчане поздравляют друг друга. Действительно, день очень такой позитивный, солнечный. Голосование, я считаю, что очень идет хорошо. По системе образования уже 50%. Педагогов, технических работников проголосовало по району. Я думаю, что до 8 часов, учитывая, что еще у нас полдня, я думаю, что будет явка 100%. На избирательных участках организованы ярмарки, продажи выпечки, кондитерских изделий. В культурных учреждениях района проходят массовые мероприятия, концерты. В школах проводятся спортивные мероприятия, выставки рисунков, квесты, различные мастер-классы и фотоконкурсы. Также в этот день ленчане выбирают проект в рамках программы «Городская среда». Все-таки город преображается, растет, много молодежи у нас. Поэтому я призываю всех, кто нынче первый раз идет голосовать, обязательно придите, проголосуйте. Вам, молодежи, жить в России и дальше строить, совершенствовать, побольше проектов. Ну и всем счастья, здоровья. Приходите, голосуйте. В бюллетене 5 проектов. Это площадь Ленина, городской парк культуры и отдыха, обустройство пешеходных зон по улице Ленина, центральных площадок в микрорайонах города, а также модернизация благоустройства улицы Набережная. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.